Добрый день, меня зовут Елена Кондрашова, я ландшафтный дизайнер. Занимаюсь садами уже около 20 лет, очень люблю свою профессию и очень люблю растения. Но среди них есть самые любимые, и это сирень. Сирень обыкновенная, которым наполнены были сады наших бабушек, сады нашего детства. А что может быть лучше детства? И я очень давно изучаю эту культуру и стараюсь принести ее в свой сад, принести в сады своих клиентов. А сейчас уже пришла пора поделиться своим опытом с моими коллегами. Я рассказываю о разных видах сирени, которые существуют и о которых многие не знают. Я рассказываю о той самой сирени обыкновенной, которая всеми нами любима. Рассказываю о тех сортах, которые были выведены. Рассказываю о людях, которые выводили эти сорта. Мои занятия делятся на две части. Это теоретическая часть, где я обо всем рассказываю, и студенты получают новые знания. Вот. И практические занятия, где мы занимаемся агротехникой, формированием кустов, обрезкой сирени. Вот. И на примере своего сада, где я уже более 20 лет собираю коллекцию сирени, я рассказываю, как лучше ухаживать за сиренью, как ее лучше экспонировать в саду. Так что я всегда очень рада поделиться своим накопленным опытом, своими допущенными ошибками за этот продолжительный срок. Так что я рада всегда видеть своих студентов у себя в саду и рада приходить в аудиторию сюда и делиться с ними своими знаниями.